Добрый день. Так, опять мы продолжаем рассматривать задачи на новый семестр информатики 2. То есть, ну и следующий вид задачи, то есть вычислить следующий вариант. Сразу хочу сказать, что я воспользуюсь одним из видеоуроков по задаче, когда мы рассматривали функции. Единственное, здесь добавить только процедуры. Так, вот у нас такая была программа. Так, ну я здесь избавлюсь от этого действия, ну и избавлюсь, соответственно, от перемены, которая нам нужна. Так, остальное все нам понадобится. Единственное, я добавляю процедуру, исходя из условий задачи. Так, сейчас перейдем на английский язык. Так, и назовем как вариант. Так, дальше нам понадобится S1, которая будет такого типа. Так, и понадобится нам переменная, например, P1, которая будет, соответственно, реального типа. Так, все переменные формальные у нас будут параметром значения. Так, сразу же тело процедуры запишем. Так, ну и перенесем то, что нам необходимо сделать. Перенесем строчку сюда. Так, и кое-что исправим. Так, поставим здесь апостроф, поставим запятую. Поставим S1. Так, и поставим одинарным. Так, уберем лишнее наименование. Так, и сюда поставим переменную, которую писали. Так, ну и теперь воспользуемся объявленной процедурой. Так, ну и на место формальных параметров поставим фактические. Так, здесь нам нужно поставить запятую. Так, здесь убрать. Наименование. А хотя можно сделать даже следующее. Ставить знак плюс. Поставить знак плюс. Потому что для строковых типов возможно как сложение, так и вычитание. Проделаем вот это вот действие здесь. Так, ну а вместо формального параметра P мы сразу же представляем то, что нам необходимо вычислить при помощи функции соответствующей. Так, это сделали. Убираем. Так, чтобы опять меньше было. И здесь копируем. Заменим то, что нам нужно заменить. Удалим. То, что нам не нужно.
Удаляем. Опять убираем то, что нам нужно. Так, и скопируем только в наших скобках. У нас находится. Так, и заменяем здесь. Так, все. Проделали некоторые манипуляции. Записали дополнительную процедуру вывода. Давайте проверим. Программа. Так, тот же самый порядок действий. Дальше 2, 3, 4. Дальше 2. Так, здесь также 2, 3. То есть все у нас появилось, все работает. Так, следующий. То есть основной этап мы выполнили. Приступаем к второму этапу. В данном случае опять я воспользуюсь предыдущим вариантом, заменю то, что надо заменить. Вот здесь я могу переместить на соответствующее положение. Так, ну либо в таком варианте оставить, то есть у нас получилось все то же самое. Так, ну и последнее. Есть, и это нам нужно оформить задачу. Здесь добавим условия, которые нам необходимо было проделать. Так, здесь опять чего на варианте. Так, 12 минут, давайте делаем 12, это идеально. Так, ну и копируем, вставляем. Так, и здесь добавляем то, что нам нужно добавить, а именно нужно добавить процедуру. Так, вот здесь, чтобы нам два раза. Четырехугольник рисовать с двумя чертами, которые обозначают выполнение процедуры. Ставим этот блок. Так, а здесь дорисуем еще одну морд-схему, так как у нас используются две подпрограммы и одна программа. Так, ну и здесь нам нужно ставить.
начала было капец. Так, плюс еще стрел. Так, надела вниз. Делаем. Так, добавляем текст. Начало. Добавляем текст конец. Так, ну а здесь, то есть вывод нам S1. Так, и единственное, что осталось сделать, это поменять эти параллелограммы. На прямо углубить. Так, потом поправим. Так, ну и чтобы меньше мучиться, по-простому сделаем. Скопируем. Где уменьшим. Так, следующее. Так, еще одно. Добавляем соответствующие прямоугольники. Так, ну что у нас? Так, ну единственное, что осталось. Тем самым. Так, здесь. C.
фиксируется нужное положение. Так, у меня вот все мы проделали. Так, вот мы оформили нашу задачу. Так, этап номер третий, три этапа мы выполнили для данной задачи. Так, всем спасибо за внимание. До следующих выпусков видео.